Ё-моё, я куртку забыла. Зато выпал снег, надо позвать девочек на тренировку. То снега уже целый год не было. Машину припарковали, теперь можно идти. Так, девочки, начинаем седлать лошадей. Света, давайте Петю, ну да. Катя, значит, Катя. Катя, Москва. Ой, блин. Ну, не блин, а надо ее тоже потренировать. Олеся. Олеся на выбор, как хочешь. Угу, хорошо. Все, начинаем седлаться. Так, разбираем дистанцию. Сегодня давайте без прыжков, потому что сегодня я не знаю, как будет. То есть лошади еще не привыкли возить вас, поэтому давайте сегодня без прыжков. Разбираем дистанцию, сейчас поедем рысью. Спирит может уйти на вольтик, потому что он нервничает сейчас. Катя, другая нога облегчения. Света, потянись наверх, чтобы тебя не выбрасывало вниз. То есть ты прям падаешь, плюхаешься на седло. Так, все шагом. Теперь поехали галопом. Галоп держим. Так, поехали. Все шагом. Так, Олесь, все нормально? Да, просто холодно. Так, давай, вставай. Вставай, я пойду ловить лошадь. Ага, хорошо. Всем привет, я Олеся. Пока мою лошадь ловит, я расскажу, что случилось. Спирит, он жеребец, он очень такой с характером. И, короче, я с него улетела из-за того, что он что-то увидел или начал играться. Я не поняла. По-моему, он начал играться, и он встал на свечку, меня толкнул задом, то есть козлом, и я упала. Вот такие вот дела. Но сейчас, я думаю, мою лошадь поймают. Сегодня мы обойдемся лучше без прыжков, но вот так вот. Пойдем. Пойдем, Спирит. Мою лошадь поймали, вот она. Да, Спирит. Вот, мы сегодня без прыжков. У нас закончилась сейчас тренировка, и мы сейчас идем в конюшню. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Я не буду уже показывать, как мы расседлываемся. Сейчас мы оденем просто попоны и поставим лошадей. Вот. И спасибо вам за число 470 подписчиков. С первым снегом вам всех. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчик. И всем пока-пока.